Куда я попал? Как отсюда свалить? Уехал из Москвы, ну, в другую часть России. Ради чего? Расскажи интересный исторический факт про Моршанск. Можно не исторический. Моршанск построили после того, как здесь построили станцию. Сначала нашли место у речки и проводили железную дорогу мимо. И тут было какое-то село непонятное, совершенно никому не нужное. Но решили, что сделают здесь остановку. И это способствовало тому, что город развился. Мне нравится вот везде... всяких вот в таких городах такие желтые газовые трубы. Газ на пляж подвели. Пока Москва живет в 2020-м, Моршанск живет в 2025-м. Пёся за нами, Андрей Левее. Новые напарники во блоге. Что он с нами идет? В общем, надеюсь, он хавку от нас. Оп. Михалыч, пойдем. Миха не решился проплавать, но ждет нас. Или решился. Ждет нас верный пес. Какими темпами из Моршанска я приеду со словами «Мам, хочу собаку». Мама, Михалыч. Миха все разведает территорию. Михалыч, не успеваем. Говорится, это не мы его выбрали, это он выбрал нас. Иди, Миха, к Андрюхе. Опа, пошел Михалыч к Андрюхе. Блин, перед ним, блин, красивое озеро, он берет и фоткает бетон. Озер! Знаешь, сколько на стене? Ох, какой злой. Я пытаюсь интересный кадр сделать. Тут дорога поприятнее пошла, Андрей. Это явно повод не разворачиваться. Миха! Миха, стопы! Суицид не выход, брат. Это мне или ему? Ему. Все, это наша конечная точка. Ляпота, ребята, ляпота. Красота, ляпота. Сейчас машина поедет и хана Михалычу. Можно ему сосиси купить. Какая река, ребята, вы даже не представляете. Какие виды! Че он там нашел? Устрица какая-то. Грызет. В разнос пошел. Ой, он там жрет устрицу. Улитку. Он ее разбил? Он улитку жрет. А может и устрицу. По-моему, жрет все, что видит. Чувствую, что у тебя будет насыщенный пост в инстаграме с собакой. Миха! Да, Миха. Миха туда пошел. Бандит пожилой, блин. Да, мясо пошло. Забив. Не надо, Михалыч. Не надо. Ну, твою налево. Михалыч. Он опять начал сразу с какой-то собакой, с другой совершенно. Просто по улице ходили. Они смотрят друг на друга и дергаются. Они погавкались и разошлись. Да он не особо стремится к нашей компании. Че, он опять разошлись? Да, он что-то через аллею поперся. Не, ну если он как бы на этом нас бросает, то это было веселое приключение для него, веселое приключение для нас. На этом как бы спасибо, до свидания. Я думаю, что на этом история Михалыча заканчивается. Сторисы? Сторисы? А ты влог, да? Я понял. Бе-бе-бе-бе. Че, Дима, куда едем? По России. Нифига ты заявил. Красава, молодец. Эть, смотрим, как этот балбес фоткает. Как жизнь? Нормально. Точно. Я думал, ты меня фоткаешь. Вон там, кстати, храм, мы оттуда. Да, тут вряд ли видно. Погода хорошая. Это хорошо, да что? Погода хорошая-то. Да. Какая красотуля. Освещение. Просто зашибись. Свет включили, ребята. Ну, мы, собственно, чего? Мы на каком-то холме. Мы где-то недалеко от Моршанска, потому что мы здесь на даче. Стёпе, привет! Стёпа, как тебе родные места? Там вот где-то вот я фоткал фотку, здесь я тоже сфоткал фотку, туда я не фоткал фотку, там я фоткал фотку, но, возможно, не выкладывал. А вот там вот чуть ниже, там проход, там один из видосов снимался. Ха-ха! Чё, меня все кинули, да? Иду тут один, значит. Они там где-то этого, ни того, ни этого. Ну ничего, ничего страшного, мне и так хорошо. Мне нормально, мне вообще зашибись. Видочки хорошие, красиво здесь. Thank you.
Расскажи, где мы. Мы в лесу, а я его буду сейчас убивать. Освещение сегодня красивое, хорошее такое, добротное. Солнце светит. Раньше не светило, а сегодня светит. Ой, давай ломать березу. О, есть. Да, ну это поинтереснее, чем этот мещерский лес. Маршанский поприкольней. О, щит, Андрюха, глянь. Муравейчики. Не трожь. По-моему, блин, под каждой березкой, блин, эти муравьи ходят, бродят. Лезь. Нифига. Я буду снимать. Ах ты ж. Опа. Андрюха лезет. Посмотрите на этого лошка снизу. Лошок. А куда мы идем? Не знаю. Я вот вижу, что слева травка есть, и там спокойный там маршрут. А как мы идем, то тут, блин, заросли какие-то. Вот дорога, ну пойдем куда-нибудь туда. Вперед, веди, я давай. Я за тобой. Я не хочу первый, там всякие пауки и так далее. Нет, я не пойду первый. Я не пойду первый. Все стоит. Что я могу тебе сказать по этому поводу? Веди ты первый. Нет. Все, молодец, пошел. Давай ломать березки. Опасный маневр. Ха! Ха! Куда мы идем вообще? Не могу понять. Я тоже не могу понять. Куда? Вот туда. Вперед! Ну двигай в том направлении. Палка есть и все. Выживание в паучьем лесу, блин. Ой, сука, беги! Я его убил. Паук был на тебе. Ой, селуха. О, смотри, какая хрень, давай туда. Что-то красненькое растет. Это рябина? Ну, просто поснимаем. Вот кретина, поглядите на него. Пристал, а? К дереву нафиг. Но все равно человек дурак. Не хватает мне для радости жизни томагавка, реально. Того. Сосенки, ребята, наконец-то. Блин, вот такого у нас леса нет. Капец, тут шишек. Тут тупо, блин, вся дорога в шишках. Могу-ка я какую-нибудь палочку. Иди сюда, говнюк. Зараза, вернись. Кому сказано. Идиот. Ах ты! Ну швыряться-то не надо! Махач! Хватит! Не надо! Я сдаюсь! Это вообще опасно было! Круто! На ровном месте падаю! Вот что-то надо с теми деревьями намутить явно. Движуху какую-нибудь. Уверен, что это хорошая идея? Мне в прошлом видосе повезло, что я не умер. Ломайся! Давай теперь с этим деревом что-нибудь намутим. Сейчас Андрюха покажет мастер-класс. Шатается не по-детски. Надо это просто раскачать и все. Давай! Да оно так качается нормально, оно уже давно что-то... случится. Треснуло на основании, аккуратно. Давай! Давай! Блин! Добивай! Блин, ну! Твою ж... Не, все, по-моему, оно... Может, не с концами, но вниз не упадет. Чувствуешь, да? Ну, возможно, за что-то держится все же. Ну, у нас нет топора, давай забьем тогда лучше.
Я все понимаю. Я могу оказаться мразью. Мы куда сначала? Мы... За соком. Хорошо, погнали за соком. Иди, я за тобой, я что знаю. Прямо, где... просто прямо. Можем к домам свернуть, вон вдоль домов идти. Давай вдоль домов. На... сюда. Дай мне этот фонарик, чертов. Давай, держи. Погнали. Вообще полиция есть здесь? Да, в смысле, в Маршанске есть полиция. Че, тебя часто останавливают, что ты папа? Ну, было пару раз, но останавливали не для проверки, а один раз, чтобы понятым был. Короче, мужик какой-то скинул наркоту, и меня со Степой тормознули, мол, ребят, будьте понятыми. Ну, мы такие, окей, в принципе, можем. И спрашивают, где проживаете? Мы говорим, Королёв. А это где? Это Московская область. И мужик такой ручку бросает. Фу, блин, и как мы вас потом найдем? Ваше мнение по поводу нашей часоночной прогулки? Я сидел в ноутбуке настолько долго, что я даже не осознал, что пол первого. Такой, выхожу на улицу, тут нифига свет выключили. Как настроение? Спать не хочу. Уверен в этом? Полностью. Я. Ну ладно. Хорошо. Я сейчас спать короче. Нет, так и нет. Я сидел в потому что еще какой-то гулять. Пойдем гулять, ну? Я не говорил, пойдем гулять, я сказал, пойдем в магазин. Да. Я такой, ну почему бы нет? А тут, блин, оказывается, класс потащили. Туда сходили, камеру, блин. Ну, у нас тут влог, здравствуйте. Нам по прямой или куда? Нам прямо. Ну, это твои собаки? Да. Так это, может, кот? Кот, ё-моё, идём. Ну, не знаю, у нас, ну, три собаки, но солнце сожрать могут сразу. Это, блин, не прогулка, а поход на выживание, да. Так Маршанск? Да не получается. Не видишь, что ли? Всё, финишная прямая. Вон, впереди дом. Правда, его не видно особо, что-то. Ладно. Короче, ребята, мы идем к стадиону, потом мы идем на центральный рынок. Что еще? Что еще? Ну, что-нибудь еще чекнем, вот, да. Капец. Да. Такие мостики, типа. Ну вот этот мне больше нравится. Да, или как будто Андрюха пынул когда-то. Ради этого и было сделано. Слушай, прикольная фигня. Да, а? Фига, это шо, типа, мотоцикл когда-то был? Что? Это коляска от мотоцикла, да. Это колесо было раньше. Вот это, вот это. Раньше, короче, везде были такие деревянные, красивые, хорошие, обработанные, классные заборы. А сейчас народ начал пихать эти металлические заборы, причем совершенно разных цветов, типа, ну, ужас какой-то. И выглядит это убого, отвратительно, ужасно. Вот, кстати, это тоже такая параша. Повадились на старые дома, одноэтажки, хреначить второй этаж. Дом не рассчитан по дизайну на это, а они фигарят. Сейчас где-нибудь мы тут провалимся нафиг. Вот тут тут уже провалился. Куда мы дойдем? Я без понятия. Мы в воде. А, ну все, вот там конец уже. Мы просто пришли в болото. А вот и Питер. Ну, я смотрю на это здание, вспоминаю, какой раньше здесь был старый кинотеатр. Мне становится грустно от осознания того, что его снесли и построили тут эту фигню какую-то. Нашли парк. Классный парк, да? Чувствуешь? Вот особенно вот эта горка, это просто вау. Высший пилотаж. Посмотрите, а. Этот дом чуть-чуть напоминает Питер. Чуть-чуть. Видимо, он самый красивый в этом городе. Знаешь, что я заметил? Вот люди на черных Тойотах в этом городе, это самые блатные пацаны. Потому что если машина нет, а типа, либо это какая-то черная машина старая, и люди такие четкие пацанчики. А есть черные Тойоты, и это прям вот элита. Гаражи, ребята, где вы такое увидите? В Москве вы уже давно хрен что такое увидите. Только в таких местах, как мы ходим. Охренеть, я как будто в сталкер нахрен попал. Дворик просто. Ты в таком пожил? Да. Как говорит Степа, у меня оргазм мозга. Ну все, возвращаемся обратно в Коноху. Ну, да. Так давай через дворик, может, через дворик пройдем направо. А тебе там дальше, наверное, выхода нет. Цветочки. Дима, ты можешь как-то прокомментировать ситуацию? Заберите меня отсюда. Ах, сказал человек, который шатает меня по этому городу с желанием все вокруг здесь обойти. Охренеть он заявил сейчас. Ты будешь гулять потом сам, ясно? Вот, врубай! В жопу пошел.
Я не хочу на спину сейчас закидывать рюкзак, потому что это будет очень холодно, потому что у меня пропотевшая спина из-за того, что я снял рюкзак, оно на ветру сейчас остыло, и из-за этого... Ну ты понял, да? Порядок есть. Нет, я не... Мне не понять, у меня, в принципе, минимум потеет спина от рюкзака. Жалко, тебя столько в жизни потерял, на самом деле. Мы с Андреем в Тамбове. Здесь стройки, дома, церкви и так далее. Куда идем-то, Дима? Идем на набережную. Вот, теперь я вспомнил, куда мы идем. Такие вот здесь у нас места интересные. Прибыли вниз. Набережной. Зашибись. Как-то раз, здесь на набережной я гулял когда со Стёпой. И утонул, упал. Что? Кто? Я? Стёпа, что? Нет. Какая-то утка плавала и в какой-то момент нырнула под воду за хавчиком. И не вырнула, но... Перевёрнутой вынырнула. И перевернуться не смогла, она так и того. Свадьба. Здравствуйте. Буду так праздновать свою свадьбу. Какая-то сраная кафешка в Тамбове, да, набережной. А как ты будешь праздновать свою свадьбу? Я бы уехал в лес. Черт, а жена бы согласилась? Да, в принципе, первая свиданка была, поехали в лес. И вот это я слышу, блин, ну погнали. Тогда все, тогда быстро сойдемся. Класс. Ой, пойдем прям наверх-наверх вот я туда. Я так хочу. Мне нравится эта лесенка, она прикольная, мне кажется. Выйди вон, разбийник. Опа. Видал, где мы? Да, можно. Это весь самое главное. Спуск. Мы не хотим туда. Ты не хочешь. Ой, балбес, ушел. Ну что-то дальше туда совсем уже плохо все. Не, я не пойду дальше. Зачем туда по траве идти? Ну нафиг. И Андрюх поднимается, не спеша. Дима, ты дурак. Почему? Потому что. Ты не пошел за тобой? Да. Ой, скамеечка хорошая. Ой, зашибись сейчас будет, а. Я вдруг словил себя на одной мысли. Я хочу утопить урановый лом в ртуте. Так, ну выход здесь, да? Я просто помню, что на одном канале на Ютубе это сделали. Я просто задался вопросом, это же невероятно плотные... вещества. И ртуть, и уран. Мне просто вот хочется на это все дело поглядеть. Вот, наконец мы идем во дворы. Кайф. Может, на каком-нибудь свадьбе просто сдавать? Как литератора? Нет, просто. Белая рубашка, черные джинсы, все. Вы кто? Я со стороны жениха. А, проходите. Ну, городок как городок. Обычный под Москвой. Даже не подмосковный. Российский обычный. Вот. Как Тула, наверное. Ух ты ж, блин, тени наши. Мать твою. Дима, там твоя тень. Пойдем пожрем и поедем домой. Куда мы идем? В Сракотан! А если быть точнее, мы идем к высоткам. Единственным варшанским высоткам. Нифига, какой старый грузовик едет. А, капец, он дымит. Андрюха, нам жопа. Он дымит. Давай правее отойдем. Я не хочу этим дышать. Как же ему плохо, как он плетется, ё-моё. Вон он дымит, гад. Знаешь, почему я захотел Маршанск? Гулял в Солнцево, нашел дорогу на СНТшке, который датчик Солнцево у нас. И гулял по ним, такой кайф испытывал просто. Ностальгия по даче, там, по деревне. Вот. И я попал сюда, блин. Это уже они? Да, наверное. Как тут можно было целый поход делать, я не понимаю. Практически подходим к домам. Я надеюсь, что надпись «Слава труду» будет видно. Давай гаражами. Давай, фигли.
Нам, чтоб ты понимал, обходить дом и спускаться вниз. Я думаю, как-нибудь тут можно будет спуститься. Мы дошли до вот этой надписи с Андреем. Вот, надпись «Здравствуйте». Вот тут электросеть идет, там подстанция небольшая. Тут вот деревни классные. Ой. Вниз! Что? Чтоб спуститься. Нафига? Чтоб было. Ты дурак? Очень. Ты вот взял сумку с камерой, но ни разу ее не достал. Я вообще не хотел ее бросить. Пенсионный фонд. Вот, здравствуй. Часов нет. Да, да мы быстро что-то как все. Что, мы на вокзале? Подожди, а ты, да подожди ты. На фоне прекрасного вокзала мы будем вспоминать, что за фигня была. Так, 3-го мы ехали. 4 августа. Речка. Ты сразу меня выпер на улицу, и мы нашли Михалыча. Да, это собака такая. Зашибись. 5 числа что было? Мы ездили за водичкой. После чего ничего не было, по-моему, только вода. У нас сегодня какое вообще? 9. 9. Вчера мы были в Тамбове. Погуляли по набережной, похавали и вернулись домой. Не магнитики купили. Восстанавливаем дальше цепочку событий. Что было 7-го? Мы ходили к маленьким высоткам, ну там 5-этажные дома жили. А, мы ходили, мы просто... Смотрели, где дедушка мой учился. А потом, вообще, до этого, 6-го, получается, мы... Что мы? Я не помню, еще было 6-го. Я была вот в ночь на 7-е как раз, мы, получается, в Сбер ходили. А что мы делали 6-го прям? Дома сидели, что-то там в огороде. 7-го мы ходили к рынку, к площадям, к училищу, по набережной и прочей такой фигне. 6-е остается вопросом. 4-го мы просто погуляли. 5-го мы... Забыл опять, что мы делали гуляли. 5-го. Водичку ездили забирали. Да, мы ходили за водой и фигней страдали. 6-го мы совсем стыкали дома. 7-го мы погуляли по городу с целями по поводу училища и прочей фигни. 8-е Тамбов это было вчера. Сегодня тоже мы тоже по погуляли к высоткам, между прочим. Да, дошли до высоток, нормально было. И вот в итоге мы здесь, у этого прекрасного вокзальчика. Зашибись. Дим, привет. Как дела? Хорошо. Зашибись. Уселись, короче, мы в купейку. Купейку, да. И невероятно классную купейку. Вот это сними. У нас много еды. До 5 утра? Да. Сейчас времени... Не в фокусе. 21:19. Блин, хочу кататься всегда в купе теперь. Ну, 5 кусков тратить туда-обратно. Давай, Андрюха, да, давай! Дурак. Можно сделать вот так и вот так. Смотрите на него, дурачок, а. Чё-то он тут пытается снимать. Вот, Андрюха все влоги пилит свои, я вот сейчас буду сидеть, кушать. Вот, все хорошо, ребята, ждите.